Да. Не, ну мне нравится это свечение. Сразу два. Два дали, супер. Так, а что дальше надо делать? Что за конструкция? Вроде бы на кирпич похоже. Не понимаю. Так, ну-ка, кирпич. Не похож, значит не он. Резной мрамор. Похож, понял. Так, посередине вроде бы черный, и потом какой-то странный. Вот, вроде бы как арка, точно арка. И сверху ставится... Что ставится? Один мрамор, две доски. Сейчас попробую. Блин, это был крафт. Вот он, крафт. Два самородка. Один. У меня мозги кипят. Одно стекло. Что это за звуки? Два дерева. Один мрамор. О, готово. Еще раз. Тык. О, готово. Ну-ка, если я положу сюда... Ой. Ой. Что это такое? Не, ну это красиво, слушай. Он полностью заполнен, офигеть. Ты может, видишь, частички какие-то да, идут да, да, туда? Да. Вон туда. Они идут к светящемуся верстаку. Офигеть. Я его попозже, наверное, уровень ниже поставлю. Офигеть, красота. Не зря я его сделал. Мне нравится. Этот мод, по идее, самый красивый. Поспорю. Не понял. Батания лучше. Не-не-не-не-не. Батания в плане цветов, да. Но все остальное нет. В батании красиво перетекают мана. А, ну только маны и все. А как же вот этот... Зельеварка? Ух, я такую завтра установку буду делать, что ты просто ахнешь. Ты завтра сможешь... А, завтра сможешь поиграть? Да. А-а-а. Я, блин, завтра такую установку... Ой, сколько мне мрамора понадобится. Ёпкрик. Я, наверное, вот эту территорию закрою и здесь построю. Даже немного воды придется убрать. Окей. Даже, хотя, блин, вода так классно, знаешь, типа оттуда, вот сюда. Вот это так и должно быть. Ой, зомби. Не, я его убью, мне его душа нужна. Сразу два. Я дурачок. Не тем убил. Я выложил кристалл, в который должно было все падать. Точнее, чтоб не вот эти фигнюшки падали, а именно... сразу. Блин, когда утро уже? Блин, еще не скоро. Еще не скоро? Минута. Еще минута две. Минута. А, теперь вопрос, куда ты положила мой кристалл? Не знаю. Поищи. Да, придется постараться. Потому что у меня в инвентаре его точно нету. Кристалл. Как называется? Ой, не помню, подожди, сейчас. Тик-тик-тик-тик, как он должен? Короче, адский камень, можешь так его назвать. Да, а маленький адский камень, он, блин, синенький, синий-белый. Там синего-то немного, он в основном белый. Но все равно синим отдает. Так, это первобытный жемчуг. Это аметист. Может, я его в сундук тот выложил? Навряд ли. Так, ладно, в сундук я его тоже не выложил.
Ну. Это будет обидно, если мы его выбросили. Ну, я точно не выбрасываю. А. Тогда и я тоже. Я все. А чё я могу сказать? Чё? Я хз, где он? А, я слепой. Я нашел его. Он тебя применит? Нет, он был в середине сундуков. Всё. Теперь больше железа. Переплавить. Ага, этот не будет привод плавляться. Понял, принял. Пойдёт. А он всё так одновременно поставилось. Ну да, я просто нажал на кнопочку, она... Всё. Я обратно побежал. Ай. А я путешествовать. А, у меня одна минута осталась последняя. Супер. Так, а вообще чем я должен заниматься? У меня есть меч, мне нужно найти спавнер и просто выбивать осколки. А лучше сделать еще один осколок. Сколько у меня здесь? А, у меня три. Короче, я еще два кристалла себе сделаю. Если мне не врет память, то три красной пыли. Что такое? Кактус посреди джунглей. Чего необычного? Три золота и вроде бы три стекла. Стекло. Я помню. Вот оно. Кактус в джунглях. Попугай! Хочешь приручить попугая? Блин, а если я ТПшница, то он же не ТПшница за мной. Ну, если ты далеко, то да. Но если ты поставила здесь точку, и ты знаешь, что тебе бежать недолго, то, в принципе, можешь и добежать. Кстати. Ладно, лети. А я тем временем возьму косточки и приручу себе волчонка, который бегает тут неподалеку. Хоть у меня будет одно первое животное. У меня картошка есть. Ой. Она не... А хотя да, оно живое. Подожди. А, я-то думаю, почему тут сахарный тростник стоит, а воды нет. А оно есть. Понял, принял. Блин, это стена, нам нужно двери сделать. Это вообще никак. Ни в какую. Супер. Волк, здравствуйте. О, цветы. Волк, меня атакуют. А хотя ладно. Все, теперь я его на базу отведу. Так, а в какой стороне база? Стой. Там еще три крипера стоят. Это вообще нормально? Так он за мной идет? Да, ты пошлится. Я думаю, ты скоро портал в Эльхейм создашь. Я хотела этой ночью создать. А там же изи. Я вспомнил его крафт. Там же изи, в принципе. Мне тарасталь нужна, а мне тарасталь не получается. Подожди, ты забыла про два слитка? Я их сделала для другой ачивки. Как ты их сделала, если выбил их я? Потому что я нашла эти два слитка тарастали в сундуке. Ну? То есть что ты их потратила ни на что, да? Грубо говоря, да, потому что я посмотрела по урону, меч ни о чем. Ну, только стреляет. Молодец. Да, издай. Ну ч... Вот что значит называется, сделал себе. Я вниз спускаюсь. Броньку из Реалмита. Супер, я тебя не вижу. Потому что я в подвале. А, окей. Ой, какой. Да. Ах. Это я уберу, это я оставлю. А, ты бинокль одела? Да. Нормально. У меня есть бинокль. У меня еще колечко было, но я его потеряла, когда умерла в аду. Соболезную. Железо переплавлять не буду. Вот эти я тоже переплавлю. А, ты, видимо, сюда запрыгивала, да? В печь? Нет. Но... Там кровь. Может быть, Кристина запрыгивала, она в гости приходила. А, тогда понятно. Вот
это я понимаю. Хотя тут один мусор. Нет, спасибо. Я передумал. Я могу на это вечно смотреть. Что это? Ух ты. Ага. Появлялись от, из Таункрафта. Вот они за... Всё, переселяемся. Эти разломы могут и нас затронуть. Они сказали то, что у нас появлялся один. Они его убрали. А, вот как получается. Почему я его не могу сделать? У них тут тоже некоторые места темные. А может такое, что мы не видим эти разломы, потому что у нас нет очков из Таункрафта. Я думаю... И можно эти разломы... Я думаю, они должны очков. Быть видны. А вот с этой стороны у тебя светло. А, вот теперь светло. Нормально. Может, из-за того, что ты ритуал какой-то делал? Кстати, возможно. А, я думаю, почему я скрафтить не могу? Наверное, из-за того, что еще утро. Ну ладно. Так, кристальный инструмент это чили. А может, сейчас затмение было? А ведь точно. Вот, смотри, смотри. Смотри, да, я вижу наполовину. Солнце. Оно когда было в зените, то оно было полностью закрыто, хотя типа, что с ним? Классно, прикольно. Да? А чё мне так везёт, и ну, тебе тоже повезло увидеть затмение, потому что я помню, в САУ я видела полностью звезд. САУ. Сейчас затмение. Угу. Так, две палки. И а реально затмение? Лоу. И прямо над твоим местом. Может, я что-то не то сделал? Может, ты это затмение вызвал? Кто его знает? Мы это явно не узнаем. Шобак. Мрамор. Я пал. Шобак, ты будешь мяше? Так, ну, надо. Посмотри, я могу крафтить. Странно. Может, затмение из-за того, что не полностью прошло? Короче, здесь ты можешь точить свое оружие. Кладешь его. И точишь. Точишь. Точишь, только должна быть осторожна, потому что она может сломаться. Забираю. Там. Я не могу понять. Ну-ка, возьму, к примеру, Атейм. На нем ничего не написано, поточила. Если что, я твоего собаки накормила. Ага. Короче, вот, к примеру, посмотри, на нем сейчас пока ничего нету. Прям наведи и посмотри. Вот. Mm-hmm. Передавай мне его. Сейчас мы его поточим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я правда не знаю, сколько нужно ждать, но вроде бы он даже сломаться может. Случайно. Что? Эй! Ну, что-то так себе, если честно. Ну-ка посмотрим, что мне выпадет. Можно хотя броньку не надо, можно какое-нибудь оружие там, или кристалл, которым я сейчас ищу. Что под стотное кто? Что это? Пустотная мотыга роста. Я не знаю, что это, ну ладно. Я находила, когда гуляла, но не добывала, потому что, ну, мне не нужно было. Ты верстаку бахнул. О! Странный звук, ну да ладно. Все, магический верстак у меня есть. И вроде бы... Куда я положил книжку по Таункрафту? А вот она. Ну-ка... А вот, завершить. А, они даже опыт дают за задание, спасибо. Теперь они хотят, чтобы я сделал томометр. Ладно, потом это сделаю. И сюда, и сюда. Я просто тыкнул осветительным порошком и... Что я сделал? Что я наделал? Ура! Сдалось! А, ладно. Короче, ночной порошок будет создавать монстров, а световой, ну, конечно, нет. Что получается? Я все вижу. Я уже теперь не слепой. Ягненок.
Да главное там не помри. Один лазурит и один чернильный. Ну что, у меня на три использовать. Ах ты ж. Так, что я могу изучать? Так, землю изучил. А если я подойду с сундуком? Ох, его. У меня просто весь чат забит. Это норма. Я потом тебе дам ее поносить. Чё дашь? Таумометр. Зачем? А просто. Так, ну-ка, завершить. Ага. Что, если тут очень быстро уровень копится? Они хотят, чтобы я сделал гиль. Стол исследования, письменный, перо, чернила, стеклянный пузырёк, глина, три стекла. Угу. Ну-ка, смотрю. Ну, это разве не стол исследования? А, это деревянный стол, видимо, на него нужно еще и тыкнуть. Понял, принял. Вы душа полная, я не могу. Там понять. 80 должно быть написано. Энергия 64? Мне что-то показывает. Значит, не все. Ну еще надо. Еще 16 скелетов. Ой, блин, сколько света. Больше света. Больше. Я к тебе. Мне скучно. Смотри. А что тут не до конца достроен мост? Я просто боюсь, если я еще блоки поставлю, то алтарь будет не так взаимодействовать. А, не надо. Ты, блин, серьезно? Да. Ну, Растин! И так лагает сервер. Я еще даже поесть. Мобы-то тоже не двигаются. Ой. Так, они мои, ведьма. Так, зелька. Этот вампир не убил. Окей. Все минус. Не знаю, что полезно, что ты там есть. Может. Что это выпало? Это вампирская кровь. А. Кровь вампира, да. Пригодится. О, 32 уровень, нормально. Как хочешь, я стану следующей ночью вампиром. Следующий? Ты рискуешь, ты рискуешь. Чего? А, подожди, с ротатика могут алмазы выпасть. Не повезло. Кстати, я, наверное, сейчас отправлюсь в Энд, потому что мне нужны глаза. Хорошо, тогда я тоже им стану. Иди сюда. Подожди. Где кровь, которую добывал я? Она здесь. А, ты, видимо, к себе все унесла, да? Да. Нормально, в ботанию. И причем наверх, да? Да. Ну, ё-моё. Да, рогаткой. Да, вот так давай. Так будет проще. Просто да, нажми и все. Угу. На клыки. А, именно клыком надо, понятно. Да. Вампира тоже не получится. Хорошо. Тогда... Оп. Чем нет? А. Ай! Токсин. Ай. Ну чё, ждем несколько ночей. Ай, ну от ночей, да? От одной до пяти ночей надо ждать. Страшно. Возьми себе заранее бутылку крови. Да, уже взял. Может, святой воды бах? А, ну, нельзя, это нельзя. Ты тогда исцелишься. Тогда я обратно все сложу.
Вампира тоже, наверное, нож возьму. У меня тут ботания закрыта, поэтому мне норм. Да, что, у меня, в принципе, все открыто. Ну, ты сам захотел. Я тебя не заставляла. Ладно. Раната мне вампира становится, хорошо. Буду смотреть, как ты становишься. Я тебя не заставляла. А я уже исцелился. А, окей. Так, что у меня? Я точно так же начиналась. У меня почти получалось. Печать оставалась, а предметы исчезали. Понятно, ну хотя всё. Мана будет, да, фига? Понятно. Посмотри, сколько там в бассейне маны. Одна четвертая половина ушла. А, ждем. Главное не подбирать, а то все испортим. Я знаю.